have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, продолжаем идти к двери смерти. Пойдем сегодня попробуем пройти этот же данж. На всякий случай буду поджигать абсолютно все. Но я вон, там я уже не смогу поджечь, потому что я сейчас упаду, да? Хорошо, вот эту всю тему мы вроде как проходили. Я их всех сейчас убивать не буду. Сейчас я быстренько напомню себе, что было тут в прошлый раз. Туда мы ходили. А где и кто нас убил сейчас? Минуточку, я попытаюсь... Ай! Я понял, меня моя невнимательность убивала, убила который раз уже. Да, нам, в общем-то, сюда как-то надо. Точно, у нас вот этот рычажок я нажимал, тут у нас шорткат, давайте тогда я подлечусь, а дальше, сейчас его нажать не могу, хорошо, это у нас значит просто шорткат, все, пойдем. Дальше нам все-таки вон туда, блин, я... Да ты шутишь, что ли? И все равно меня коснуло разочек. Ладно, мы уже почти что наскребли на уровень. Знаете, в чем прикол? Погодите. Я подумал, что у нас там совсем чуть-чуть было до уровня, и проще было перебить парочку паучков, сейчас повысить уровень, уже с новым уровнем пойти дальше. Да, добро пожаловать. Мы будем качать все по очереди. Теперь скорость. Снизить время перезарядки и уклонения. Да, хочу, пожалуйста. И потом магию будем качать. Следующий, естественно, 800. На самом деле, мне пока что нравится. Все-таки находим какие-то секретики. Уровень потихонечку идет, поднимается. Мы с вами уже сколько? 5 уровней? Нет, 7 уровней уже всякого качнули. Поэтому меня пока все устраивает. Пойдемте. Теперь самое время. Мне просто еще интересно, что вот это вот... Оказывается, ничего. Но теперь мы об этом знаем. Хорошо. Нам дальше туда. Даже вот этих ребят трогать сейчас не будем, потому что там мы шорткат открыли. Фишка того шортката, что здесь по-другому теперь не подняться. Ну, это уже так, другая история. Тут мы вот эту штуку тоже уже открывали. Наверх мы лазили. Нам дальше. Да, точно, файт. Убери от меня свои челюсти. Мага быстренько устранили. Оп, оп, все. О, это бомбы-вонючки. А зачем я их пытаюсь в рукопашку? Я, кстати, всех в рукопашку перебил. Если у меня есть стрельба. Два раза, ты серьезно? Оба. Оп, оп, оп. Ай! Нельзя от него по прямой...
Вот это у него радиус. Наконец-то. Погоди. Они еще и убить меня могут. У меня последняя хпшка. Ладно, по крайней мере, ворота мы открыли. То есть, в следующий раз, когда мы будем здесь проходить, врата... Ну, врата. Решетка будет уже открыта. Надо зажечь. Суперски. Блин. В прошлый раз нас этот файт убил, и сейчас меня этот файт чуть не убил. Вот эта вот штука последняя, она довольно кусючая. Не, на самом деле, два урона я прозевал... Просто так. Очень жаль. Можно было сделать все лучше. Вон там можно, кстати, подлечиться. Это на уровень ниже. Ох, блин, новых проблем себе создал. Будем лечиться? Ну, давайте, да. Сходим. Полечимся, обойдем вокруг. Ну, по крайней мере, эта хилка у нас останется на потом. У нас сейчас их 8, я не испытываю какого-то лютого дефицита в них. Поэтому, пожалуй, могу себе позволить так поступить. Погодите, а вот это? Ага! Вот это место. Нашли старый компас. Супер. Он иногда он сбоит, и стрелка вращается, как ей вздумается. Он очень старый на вид, и, скорее всего, просто размагнетизировался, размагнитился. Ну и теперь нам обратно придется обойти, но это не проблема, потому что найти секреточку всегда приятно. Кстати, насчет компаса. Предметы... Предметы, предметы. Вот он. Должно быть, им владел исследователь, что искал легендарные врата. Стрелка компаса вращается, как и снующий, если он указывает на врата смерти, а не на север. Угу. Интересный факт. Вот зачем там тот спуск. Хорошо. Поехали дальше. Я уверен, что нам сюда. Тут у нас продолжаются вот эти паучки. Кстати, горшки здесь восстанавливаются. Видите? То есть я думал, что горшки будут только... Ха. А это я пробить не могу? Нет. И вот это я пока что... Блин, я тут ничего сделать не могу. Ладно, договорились. Видимо, этот данж пока что требует от меня каких-то умений, которых у меня нету. Нам нужно его запомнить. И самое интересное, тогда куда мне сейчас? Ладно. Сейчас поищем. Я если... Скажем так, не если, а когда найду, мы с вами вернемся. Нашел вот такое вот очень странное местечко, которое... Просто... Идет никуда. Тут нет никаких спусков, нет ничего. Очень интересно. Там костер горит. Тут мы уже были. Вон наши эти. Кладбище. Ладно, продолжим. Смотри, какая интересная деталь. Помните вот этого чувачка с замочной скважиной в голове? Вот мы его находили с вами, по-моему, еще в первой серии. Но сейчас вот он здесь, и я что-то подумал, что это как связано. Тут у нас переход, явно шорткат какой-то с другой стороны. Тоже ничего пока не могу сделать, пойдемте еще посмотрим. Вот, есть какая-то интересная штукенция, давайте глянем, лифт. Вот эта штука, но я ее... Я же не могу ее пробить, у меня пока ж нет. Оно, видите, зеленое светится, это какой-то особый вид сильного удара должен быть. Это надо будет отдельно посмотреть. Так. А вот здесь я был. Погодите, тут тоже какой... А, да, 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 это как раз секретка, которую мы нашли в первой же серии. Просто потому, что я здесь давненько не был, я ее и не признал. Хорошо, получается лифт.
А почему он не был активирован до этого? Или был? Был, наверное, я по нему заехал наверх и... Хорошо, ищем дальше. Так, это нажато, ясно. Вот тут интересное место. К матросу на мели, это, конечно, круто. Вот это что такое? Посмотреть. У этой постройки есть близнец, секретно идет там, где мудрый жнец. Это, блин, почему-то не казалось, что это вторая. Но вот эту штуку можно поджечь. Скорее всего, поднимется вот эта лестница. Да, поднимется, опустится. Мы теперь можем поджигать разные вещи. Вот как раз новое местечко, в котором мы еще не были. Поэтому с удовольствием пойдем его исследуем. Спуск вниз, это, конечно, тоже круто. Хотя, ладно, что там, давайте посмотрим сразу. Не зря же. Тут у нас святилище красное. Так, это я пока что все хожу так, чтобы я мог вернуться. А, все, ясно, тут стена, которую мы не можем пробить. У нас уже очень много таких стен, и опять же, в том данже была такая стена. Нам нужно что-то, чем мы сможем пробивать стены. Пока что, пожалуй, стоит запомнить, где находится вот это красное хранилище. Итак, ну, вроде как нам сюда. Уж не знаю, что за место. Ну, явно что-то новенькое. Пусть нам дадут какой-то скилл новый. Куча ящичков, за ними зернышко. Это тоже хорошо. Какие-то фонарики китайские, прикольно. На меня, кстати, пока никто не нападает. Туда можно пойти, я вижу. Но сначала хочу исследовать. Вот там есть какая-то вещь, которую можно получить. Ну как? Хорошо. Пока что оставим. Вернемся. Позже. Выглядит как какие-то стражи, которых надо победить. Ну, ладно. Они пока не активны. Очень такое атмосферное, но немножечко странное место. Да ладно, котелок, ты тут? Мое почтение, Клюви, как продвигается ваше странствие? Я время от времени захаживаю в матрос на мели, чтобы пополнить свои запасы вкуснейшего супа от Джефферсона. Он, конечно, чудак, это прекрасный шеф, зато прекрасный шеф-повар. Суп. Почему бы нет? Что за местечко такое интересное? Ого, можно и так. Журнал приключений. Он весь мокрый, и страницы слиплись. Ну-ка. Хм. Начальные страницы разбухшего от воды журнала хранят историю человека, которого засосало под воду через огромные врата. Ему пришлось начать новую жизнь прямо на вершине горы, на которой он застрял. Погодите, засосало под воду на вершине горы. В последующих главах говорится только о дружбе автора с кальмаром. Ну что ж. Там вон еще один предмет. Тут очень много предметов, которые можно взять. Это я разжечь не могу, оно и так уже горит, понятно. Хорошо, тут заглянули. Так, туда-сюда можно... Ну, давайте еще на пристань схожу. Зачем я здесь? Ладно, оставим пока что. Я так понимаю, вот эти кресты, это у нас будет определенная точка передвижения, перемещения. Ну, потому что их слишком много встречается. Ой, врата! О, как хорошо-то. Давай, давай, давай. Давно мы новых врат не находили. Ну, схожу. Активирую их просто. Ну, я понимаю, что они активировались. Я просто хочу посмотреть, где мы окажемся. А, матрос на мели. Ясно. Ясно. Хорошо. Такой расклад меня вполне, наверное, устроит. Брат, так, туда можно сходить. Что у нас тут? К вершине горы через крепость... О, слушайте, звучит так, как будто мне это надо. Значит, пойдем туда в последнюю очередь.
Надо и тут все исследовать. А, тут я пока тоже перемещаться не могу. Спасибо большое. Класс, тут можно выйти и застрять. Давайте сюда зайдем. Это перевернутый корабль. Ну, похоже на это. Смотрите. Руль превратили в... Да, это выглядит как перевернутый корабль. Ну-ка. О, Бетти, моя милая Бетти. Не звоните, Абигейл. Ладно. Да, это было очень похоже. Дружище, может у тебя за душечку купить можно? Приветствую, двуногий друг. Погодите, дружба с кальмаром. Человек, который пора... Это не твоя ли случайная история, а? Меня зовут Джефферсон. Кстати, да, я самый обычный бармен и любитель морепродуктов. К вашим услугам могу ли... Могут ли эти человеческие руки угостить вас вкуснейшим обедом? Попробую стряпню. Да. Отлично. Один вкуснейший обед сейчас будет готов. Я обожаю готовить еду своими пальцами млекопитающего. Пальцами млекопитающего, да? Короче, мне кажется, что вот этот вот кальмар, он его захватил и просто теперь контролирует моряка и... А теперь я вам кое-что расскажу, пока вы наслаждаетесь пищей. В поместье керамической ведьмы лежит секрет, укрытый под рвом. Чтобы пробраться к нему, принесите открытое пламя в восточные сады. Ага! За домом могучной ведьмы есть секрет, добраться до которого можно с западной стороны. Чтобы найти, вы ищите прорехи в живой изгороди. Пожалуй, прорваться вам не... Проворство вам не занимает. Уверен, вы смогли бы прошмыгнуть через решетку канализации. Я слышал, что один секрет можно найти в сточной трубе в заросших руинах. Это все, что я знаю. А это очень интересно звучит. Кальмар, контролирующий мертвого моряка. Сквидсуп? Так. А с чего ты нам все это рассказал? Ну-ка, еще раз поговорить. Могу ли человеческие руки угостить вас вкуснейшим обедом? Не, погоди, погоди, мне, кто знает, но моя еда невероятно вкусная. Едва я вылупился из яйцеклетки своей мамы, я уже знал, что стану шеф-поваром. Возвращайтесь, когда проголодаетесь. Мне нравится. Причем, знаете, в чем прикол? Погодите, у нас же есть прям врата. Мне не надо туда пеше ходить, я могу... Сейчас вратами тпшнуться в нужное мне место. Видите, там тоже синее. Так, главное не заблудиться. Вот наше центральное бюро. Все, я понял, где что находится. Где у нас там был сад ведьмы? С этой стороны? Затерянное кладбище? Не, погоди. Роща духов? Нет. То, или... По-моему, ведьминские угодья у нас были здесь. Мастерская, не то. Поместье, не то. Полностью владение или сад? Ну-ка. Так, вот это я пробить не смогу. Давайте по-быстренькому исследуем. Раз он говорит, что тут есть секретики, какие-то прорехи, какие-то что-то, где-то можно зажечь. Это я зажигал для того, чтобы просто пройти, так? Так, хорошо, давайте я похожу, если что-то найду, мы вернемся. Ну вот местечко, но опять же, я думаю, что нам нужно здесь скилл передвижения. И местечко у нас было вот тут, но тут нужно пробить. Посмотрим, могу ли я добраться до чего-то без этих двух скиллов пока что. Вот еще одно местечко, где можно пробить. Ну, пока что идем дальше. Вот это очень интересная тема. Через кусты можно ходить, поэтому можно сделать вот так. Забрать, например, вот эту семечку через прореху в кустах. Это вот, я этого раньше не заметил. Интересно.
Причем можно еще и вот так вот делать. Хорошо, какой-то один секретик нашли, идем дальше. Каким-то образом здесь место, в котором то ли я не заходил. Тут есть прям семечко, и тут какие-то бочки. Так, семейное захоронение. Ну, бочки, в смысле... Я уж не знаю. Я не знаю даже, зачем их разбивать. Так, хорошо. Там есть проходец какой-то. Место выглядит, ну, наверное, так, как будто я тут не был, что ли. Хотя, кто... Ну, вот опять же, закрытые двери. Да, я тут не был. Поэтому можно быстренько глянуть, что здесь находится. Из чистого любопытства. Хотя, я даже не знаю. А, ну вот здесь можно пройти, точно, точно. То есть по кустам у нас есть... вот сюда выход, теперь отсюда вход. О, вот это неплохо, вот это запутано. За поместьем есть секрет, да, вот он. Это мы могли найти, если бы были повнимательны. Ну, мы, я, конечно, уже. Отлично. Так, получается, два осколка зеленых и два осколка красных у нас есть. Вот это классный секрет. Вот это прям классный секрет. Который, как вот вы понимаете, можно было найти и... без каких-то дополнительных умений, используя просто логику и дедукцию. Ну, смотрите, насчет вот этой механики прохождения через кусты я, например, узнал только сегодня, насколько это вот возможно. Поэтому здорово, что я вернулся. Давайте еще по-быренькому тут глянем. И если оно что-то интересное, вернемся. Вот эта штука выглядит очень интересно. Если мы ее зажжем... Я как раз тогда интересовался, что будет, если ее зажечь. Вот мы ее зажгли. Теперь здесь. Наверное, их несколько еще. Да, 4, скорее всего. 2, 3. И 4 здесь. Хорошо. Вот. Отличнейше. Это секрет, который тогда мы не могли получить, потому что тогда у нас еще не было воспламенения. Теперь же, когда оно у нас есть, мы можем запросто пойти вот сюда. Что у нас тут? Я, правда, не... Фига себе, что у нас тут? У нас тут третий зеленый камушек. Еще один. И мы сможем повысить себе хпшку. Это было бы неоценимо. Древний алтарь, да-да-да, три, еще один. Супер. Вот на территории ведьмы мы смогли отыскать еще два алтаря. Один красный, один зеленый. И при том, это не все места, это только те места, куда мы сейчас можем попасть. А есть еще, типа, те места, куда мы пока что не можем попасть физически. Вот, например, сюда. Сюда можно явно крутануться через этот крестик, но я этого не могу сделать. Это место, видимо, закольцовывается. Я пойду туда, вернусь отсюда. Это мне нужен именно скилл, который позволит мне это делать. Хорошо. Тогда я делаю некий вывод, что у нас с этой локацией пока что все. Мы, естественно, сюда потом вернемся, когда у нас будут соответствующие скиллы. Но пока что мы тут больше сделать ничего не можем. Предлагаю вернуться к этому... Каракатица. Не каракатица, конечно. Где у нас там был ближайшие врата? Вроде как у ведьмы тут внутри ближайшие врата. Сейчас сходим. Да, минутку, ребят. Вот так вот играешь, играешь, думаешь, что внимательно проходишь, думаешь, что то-то, сё-то, и бах, тебе каракатица носом тычет, говорит: «Э, чувак! Ты там пропустил 100-500 секретов». И помните, я вам в прошлой серии, по-моему, в прошлой это было, говорил, у меня такое ощущение, что несмотря на то, что мы неплохо играем, мы пропускаем кучу секретов. Вот, как бы, да. Тут у нас дальше тоже проход, который...
Я не знаю, как пройти. Гляньте, кстати, на киль этого корабля. Получается, что, наверное, даже в мат... Ой, блин, там как... Ух ты ж, а я что, так тоже могу? А, ну да, видимо. Там какой меч, вы видели? Сейчас я вам попробую показать. Вон та, вон пушка, блин, выглядит суперски. Так, ладно. Давайте, знаете, тогда что, ребятушки? Я предлагаю тогда на этом, пожалуй, закончить. Я пока что найду, куда нам идти дальше. Начнем следующую серию прямо с того, куда нам идти дальше. Такая у нас сегодня немножечко исследовательская серия получилась. Никакого вроде экшона такого не было. Ну, один был. Ладненько. Все, ребят, спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.